Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Buick Encore. Ремонт задней части. Итак, хозяин разобрал заднюю часть и заменил крышку багажника. Крышка имеет такой же цвет. Мне надо поменять заднюю панель. Но сначала я ее вытяну. Заднюю панель вытянул, теперь я удаляю ее. Теперь подровняю поврежденные места. Все прекрасненько. Теперь могу начинать сварочные работы. Для этого у меня есть хорошие детальки, я их установлю и затем сварю.
Итак, задняя панель установлена и сварена. Теперь я ее покрашу. Задняя панель покрашена. Теперь я устанавливаю все детали заново. Итак, моя работа с этой машиной закончена. Хозяину останется только покрасить бампер и усилитель бампера. На эту работу ушло 20 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!